ックの名曲を内外の演奏家のコンサートからお届けするクラシックアワー。今日はマリア・グレギーナのリサイタルをお聴きいただきます。ソプラノ歌手マリア・グレギーナは旧ソビエト連邦オデッサで生まれました。1987年ミラノ・スカラザで仮面舞踏会のアメリア役を演じ成功を収め、日本でも1997年トスカの公演で絶賛を浴び、聴衆に強烈な印象を与えました。力強く温かみのある歌声は世界各地で高い評価を得ています。Spiral, mother, 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 m
Такой вопрос. Вот вы, когда поете, какое нравится вам больше, если в опере или в концерте? Очень сложный вопрос. Очень сложный. Потому что опера мне очень нравится. И буквально два года тому назад я думала, что я буду петь только оперу. И когда мне предлагали концерты, я так думала, нет, это несерьезно. Потому что, может быть, потому что у нас в России, когда я занималась в консерватории, у нас было так принято, что хорошие голоса идут петь оперу. А те, кто уж совсем без голоса, те вот поют романсы. Это очень ошибочно, конечно. И
подводя итоги как бы десятилетней карьеры, я вдруг почувствовала, что мне чего-то не хватает. И не хватает именно романсов, не хватает именно песен. Назовите, пожалуйста, самую любимую оперу и почему это будет? Самую любимую оперу невозможно назвать, так как нельзя назвать самого любимого ребенка. Даже если их 10-15, я не знаю, кому такое счастье выпадает, они могут понять, что нельзя назвать самого любимого. Но, наверное, самый младший, вот который вот сейчас вот готовишь его, вот это, наверное, самый оберегаемый, самый лелеемый. Вот сейчас я готовлю Норму. И это для меня сейчас вот как самый маленький ребенок. Самый любимый, может быть. Но я не могу сказать, что я не люблю Тоску, или Макбет, или Набука, или Аиду, или Троваторе, или Эрнани. Их всего 26. Я не могу сказать, что я кого-то, какую-то оперу не люблю. То, что я не люблю, я не пою. Последнее время вы часто очень приезжаете в Японию, почти каждый год, да? Mm. Вот впечатления потом о японской публике. Расскажите, пожалуйста. Я очень люблю приезжать сюда. Первый раз я приехала в 91 году. Для меня было все ново, потому что я фактически в тот год открывала для себя западный мир. И, ну, западный, мы так называем в России. Для меня впервые в тот год я посетила Метрополитен и спела, имела дебют там. Впервые дебют в Японии, впервые дебют в Германии. Для меня этот год был очень такой важный и незабываемый. Но из всех стран, что я посетила, вот Япония была какая-то особенная. Какие-то другие люди, какие-то другое отношение к музыке. Вот я помню, мы пели «Отеллу» и «Трубадур». После арии «Отелл», после арии «Дездемоны» «Аве Мария» несколько секунд вообще такого молчания, такого уважения, и потом взрыв аплодисментов. Это очень трогает, это очень, вы знаете, очень впечатляет. И вот сейчас тоже вот я чувствую, что публика чувствует музыку, сопереживает. Не просто слушает как потребитель, а вот сопереживает. Это очень, очень мне нравится. Кроме того, что я... Мне очень нравится приезжать в Японию, что я просто с ума схожу от японской еды. Для меня суши, сашими — это самое вообще лучшее, что может быть. Тепаньяки и самое лучшее. И поэтому я из своих, как гурман, я езжу сюда тоже. Ну, конечно, публика и музыка — это первые.
Amoreti, e che da tempo, amoreti, e che da tempo, ma contrario per almeno, amoreti, che da tempo, contrario per almeno, e non è cosa tu vuoi. Il mio amore, lo vedo, lo vedo, e se secondo, lo vedo, e se secondo, sul mio acciaio buttato.
Болеро Россини. Thank you.